Эволюция, они бывают как люди, которые маленькие, и их кормят грудным молоком. Бывают ягнята, которые там месяц покушают молоко, а потом бросают. Есть, которые там могут полгода питаться. Ну, прямо как у людей. Вот, например, этот ягненок, у него мамка погибла, поэтому он кормится из соски. Причем он знает, что ему принесут соску, и он уже скорее бежит и пьет.